Харьков, 19 апреля 2017 год. Знаешь, слово «до свидания» — это не только одно слово, это «до свидания». Но пока. А что еще? «До свидания». Так оно это и значит. Мы когда говорим «до свидания», мы это имеем в виду «до свидания», «до следующего свидания». Вот так и там он обломал. Да, по городу, конечно, в Харькове сейчас. Ужас какой-то вообще. Повалено деревья в море. О, смотри, цельное дерево рухнуло. И вон рухнуло. Видишь? А вот это какая красота. Вообще. Что это за дерево? Тоже абрикос? Какой-то он не абрикосовый абрикос. Как что-то там пытается распуститься. Пыталась. Все. Тю-тю. Весна в Харькове выдалась лютая. Ну, на моей памяти такого точно не было. Несмотря на то, что на свою память я не особо рассчитываю, но судя по фонаревшим людям на работе. Чего? Не, спасибо, сынок. Да. Ну, мусорку выбрось куда? Что, уронил или что? Не понравилось? Ну, до мусорки донеси и выбрось. Вообще. Ты смотри. Ты посмотри, тут сплелись два дерева, ты видишь? У них свидание. Два одиночества. У них свидание. У них не свидание, у них хана. Да, подколола весна. Знаешь, что можно сделать с чупа-чупсом? Можно над ними испытание прыгнуть. О, дерево, а сегодня такую вот березу снимал тоже. Так она метров 10 была. Дугой согнулась. Я встретился. Пап. А. Это холодный чупа-чуп. Да. Нормально вообще. Пап, тюльпаны. Да. Где мусорка? Вон мусорка. Сейчас мусорку отнесем, выбросим. Смотрите. Этот чупа-чуп будет. Сынуля, тут реально есть на что посмотреть, кроме чупа-чуп. Вот, смотри. Что это за дерево? Не пойму, тут намешано все вот. Там получается, что абрикос. Да. Мы просто его вообще его оставим. Да донеси до мусорки, не надо выбрасывать в мусоре. Вон, 10 метров до мусорки, в чем проблема, сынок? Караул. О, и тут расчахнулась как. Бабах и напополам. Везде. Да, 19 апреля, 17 год. Надолго, наверное, запомнится. Чего? Завалило кого-то на лавочке снегом. Пошли, сынуль, в магазин надо сходить. Сынуль, давай. Красота. Пошли, сын, пошли. Да. Ну, в общем-то...